никогда не будет забыто. Мемориальный комплекс «Катынь» был открыт в дни празднования освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков, в дни празднования 25-летия, то есть 5 июля 1969 года. Авторы мемориального комплекса – белорусские архитекторы Градов, Левин, Занкович, народные художник Беларуси и скульптор известнейший Сергей Селиханов и главный инженер проекта Василий Макаревич сумели суровым языком камня и бронзы правдиво и сдержанно рассказать о хатынской трагедии, о трагедии многих белорусских деревень. Центральной скульптурой мемориального комплекса, как тогда, так и сегодня, является скульптура непокоренного советского человека. К этой скульптуре мы с вами сейчас и подойдем. Прошу вас.